Всем огромный приветик, с вами Алиса. Горлышко стало похуже, но я пока в силах буду обязательно снимать видео. Еще хотела сначала сказать, что этой ночью появился какой-то глюк в игре. Когда ты заходишь, отображается не твой реальный уровень, а первый. Так что вы не пугайтесь, главное не заходите на всякий случай в игру, если видите, просто быстренько выгружайте из панели задач игру и заходите заново, уже будет ваш уровень. Я не знаю, что это за такой глюк, но пугает он страшно. Боишься, что вдруг все твои старания улетучатся. Вот, так что будьте внимательны, не так, что зашел и сразу автоматом нажал. Пока такая штука есть, то лучше не рискуйте. Так, еще хотела поближе посмотреть задание снеговика, такое прикольное. Так. Так. Сегодня будет не менее прикольный приз. Это снежная машинка. Я видела друзей. Там даже такое прикольное задание. Ездят Барт и Милхаус на машинке по городу. Очень клевое. Я могу валяться без дела весь день, бренчать на гитаре и все равно зарабатывать деньги. Обожаю этот новый Спрингфилд. Так, отлично. Один чувак нас освободил от работы. Так. Ого, сколько всего. Налоговое управление я не спешу прокачивать, потому что, ну, как бы 50 тысяч сейчас кусаются, я лучше там на землю потрачу или еще на что-то. Меня так устраивает, оно уже намного лучше, там бывает такое, вот если из квика собрать, допустим, оно может сразу с 7 домов снять, очень круто. Пока мне достаточно, у меня не такой большой город, чтобы там два клика, и у тебя со всего города сняты. Мне пока так не надо. Так, ну что, поехали дальше. Вы уже 10 эгногов выпили, сэр. Вы вспомнили хоть что-нибудь о том негодяе? Пока нет. Еще один эгнок должен помочь. А может быть, поможет вкусный эгнок. Тяжело вздыхает. По-моему, это тупик. Этот человек и понятия не имеет, где морозильник. Морозильник? Так он прямо сейчас снова снежный банк грабит. И зачем ему это, если он знает, что там уже ничего не осталось? Не так-то просто строить в этом городе новые здания каждые 2 месяца. Тут работа не окупится, пока ее не проделаешь много раз подряд. Возьмем-ка снегомобиль. О, нет-нет. Прям здесь поставим. Шеф, мы возвращаемся в снежный банк. Морозильник что-то затевает. Мы не вполне поняли, что именно, но похоже, он имеет тенденцию повторяться. Офицеры роты ТОТ уже на месте. У них есть право на вознесение с особым подобострастием молитвы морозильнику. Рот и ТОТ? Но они оба совершенно некомпетентны. Некомпетентны? Это еще что? Да ну... Так, ну теперь мы отправим ребят. А где же у нас Милхаус? Наверное, сейчас на задание, сейчас его достанем. Давайте сначала сыграем в лотерею. Так, теперь... А, они, наверное, в Кальмаровом порту, да. Там такое странное задание. Отправить целых 20 жителей Спрингфилда покушать в ресторане. Ну это капец.
Ого, 12 часов. 12 часов. Ну, давайте посмотрим. Сначала разрушают, потом строят заново. И поехали. Ну, прикольно же, правда? Единственное, что плохо, то, что сразу два персонажа задействованы. Если там нужен кто-то из них, то так не получится. Сразу обоих нужно отправлять. Да-да-да, еще уже построился у нас... А, нет, это не то. Это меня этот толстячок, продавец комиксов, попросил построить ресторан Эль Чермист. Сейчас. Эль Чемистрибо. Так, а Лени вот здесь. А. Ну, это уже опять по классике, как помните, было несколько недель назад. Сейчас пошло то же самое, особенно когда ходишь по друзьям. Каждые два друга. Вот сейчас, видите, я вот смотрю внимательно, чтобы у меня был мой уровень. И вы смотрите. Вот. И, видимо, что-то опять у них с серверами, то, что так часто выбрасывает. Так, хорошо, пустила. Ух ты, сразу еще новый уровень. Круто, сразу два новых персонажа. Да еще сразу две сюжетные линии отдельно, куча потом когда совместная будет, да? Так, ну очень красивое здание. Буддийский храм. Реально красивая. Так, ну да, давайте побыстрее отправим. Главное не терять время в этих снежках. Так, все, теперь можно заниматься другими вещами. Тут он сколько бегает. Так, давайте тут по очереди. Я приглашаю всех видных жителей Спрингфилда отведать вегетарианских желе в ресторане Эль Чемистри. Благодаря этой диете вы немного похудеете. Раньше меня беспокоила невозможность видеть собственные ботинки, но теперь это не проблема. Ральф мне их зашнурует. Но, Ральф, ты разве не хочешь попробовать блюдо нового ресторана? Ура! Слово «чемистри» наводит на мысли о какой-то магии. Хочу волшебной еды. Так, но они оба заняты, поэтому можно даже не смотреть. Снова возгорание жира в одной из моих сетевых закусочных. Нужно немедленно избавиться от копоти. Или я могу превратить ее в полезный ингредиент в составе совершенного Макс Вкус бургера. В конце концов, копоть тоже имеет запах, не так ли? Так, отправить Красти, а он у нас тоже снежочки делает. Так. Смитерс, теперь, когда ты вернулся и все идет гладко, я понял, что ты мне не нужен. Сэр, прошу вас, вы видели мои хобби. Я сойду с ума, если у меня останутся только они. Ладно, ладно, Смитерс, не забудь, что ты починил люк-ловушку. Звук падения. Заставить Смитерса стать жутким пропойцей. Еще и два раза подряд. Да. Бедняга. Целые сутки ему так ходить, да? Благодарю вас, жирный Тони, за ваш щедрый взнос в мою избирательную кампанию «Американские гуманные ракеты из США за волю, свободу, патриотизм и Америку». Будет ли возможно обеспечить восстановление моего основного офиса? Легко. Игрок построит все, что мы попросим. Это я, в смысле? Капец.
заплатит нам любую сумму, какую мы назовем. Вот сволочи. Полагаю, с каждой минутой их становится все больше. У меня нет слов. Просто нет слов. Так. Вам повезло, что у меня есть деньги сейчас. Вот на злобу сейчас не строила после таких слов. Что я построю все, что они скажут. За любую стоимость. Так. Ух ты! Мы погибли адской ядерной смертью, а теперь возродились. Полагаю, буддийская теория о реинкарнации верна. Да, и вернулись мы сами собой. Черт, в прошлый раз мы такого тут начадили. Но мы все делали правильно. Продавали бедным. Ой, подавали бедным. Помогали старушкам переходить через дорогу. Следили, чтобы журналы, которые мы читаем, были как минимум легальными. А я надеялся, что буду хотя бы как ты воскрешен. Я тоже не понимаю. Нам нужно туда, где можно поразмыслить о тайнах бытия. А ну, конечно, Кмо. Идите. Так. Эй, Барт, я нашел упаковку протухшего капустного салата в мусорном баке за Красти Бургером. Давай подбросим ее в дом очкарика Милхауса. Но Милхаус мой друг. И что? Мы хулиганы, постоянно портим вещи друг друга. Постой, а что, у хороших людей иное понимание дружбы, чем у нас, у негодяев? Так, заставить Керни подбросить тухлую капусту Ван Хутеном. 10 минут, ерунда. Можем подождать. Да, я, кстати, по ферму думала там посадить кукурузу и не париться, но я не уверена, что ускоритель у меня будет работать так долго, скорее всего, не будет 90 дней, поэтому, чтобы максимально извлечь выгоду из его работы, я, ну, по 8 часов сажу или по сутки. Ну, вот машинка ездит, класс. Мне очень нравится. Так, давайте дальше. То есть ГМР не взрывал Спрингфилд? Тогда кто это сделал? Думаю, мы никогда не узнаем правды, если только свидетель событий сам чудесным образом не покажется. Возможно, в этот самый момент... Чмок-чмок. Эй, мне кажется, Мэгги пытается нам что-то сказать. Скажи еще раз и помедленнее. Чмок-чмок. Ладно, не получилось. Может, просто на салфетке нарисуешь? Какой чудесный рисунок. То есть, это монобровный младенец взорвал город? Как такое возможно? Ну, Мэгги же выстрелила в мистера Бёрнса. И еще в рекламе электронной торговли ребенок обо всем рассказывает. Дети сейчас рано развиваются. Надо пойти в ясли Мэгги и найти этого злобного младенца. Ох, ну начинается. Опять куча заданий. Так, Лени заняты. Так, наверное, сейчас освободиться и... Обалдеть, 16 часов. Просто офонарить, если так мягко сказать. Это Мэгги просто бесконечная. Так, снеговичок у нас грустит. От обеда жареного голландца. Да нет. Я думаю, пусть идет опять бьет того снеговичка. Очень классное задание. Мне понравилось. Пока зима, это будет актуально. Хотя
Летом-то он у меня тоже будет, это же не декорация, будет, наверное, круглый год это задание выполнять. Оно у него единственное такое прикольное. Зимний участочек-то тоже будет. Я вот еще планирую все-таки, может, через недельку, таки взять, возможно, этот, как его показать, ящик. Ну, кстати, еще появились такие недорогие штучки, там особняк, 30 этих пончиков. Ну, он вроде бы как и недорогой, но как я повторюсь еще раз, я покупаю только если очень-очень хочу. Так. Так, это значит не здесь. Вот здесь. Так, Санта. Да, ящик. Вот 60 пончиков. Я надеюсь, мне не попадутся какие-то из этих персонажей. Там ворчун или, ну, такие глупые. Ну, в общем, я же говорю, тут еще выкуплю последние участки. И планирую я зиму перенести под горы. Но мне кажется, так красивее будет смотреться на горном фоне. Ну, посмотрим, как оно будет на самом деле. Вот. Ну, все. Сейчас, да, еще подождем Керни. Сейчас я посмотрю. Да, сейчас ждем еще пару минут. Так, ускоряем. Жизнь забияки далеко не праздник. Порой я даже хочу стать слабаком. Было бы неплохо ради разнообразия позволить кому-нибудь другому помахать кулаками. Блин, мне нужно промочить горло. Заставить Керни показать ему фальшивое удостоверение. Интересно, а сколько ему лет тому Керни? Так. Ну все, да, остальных я отправлю там в Голландец или на задание. Вот, ну все, посмотрим, если будут позволять горло, возможно, вечером еще что-то сниму или уже завтра. Все, ребят, хорошего всем воскресенья. Пока.